сейчас звучала на своем инструменте Joseph Klotz 1794 года. И я использую мои любимые струны Kaplan Amo. Медиум, которым я очень довольна. Мы достаточно часто путешествуем. Во-первых, совершенно точно всегда на них полагаюсь, что они не подведут после перелета, даже если я забуду спустить струны. И хочу сказать, что мне очень нравится мягкость их звучания, и одновременно даже гварнери моего коллеги его не перекрывают в квартете, о чем он отдельно скажет. На моей скрипке мастера Йозефа Гварнери 1732 года стоят струны Kaplan Vivo, на которых я играю почти около года. И в процессе я понял, что именно струны Kaplan Vivo очень хорошо подходят для этого инструмента, поскольку они очень мягкие и ярко звучат именно на этой скрипке. Я играю на инструменте Шанин Еритян 65 года. Я использую струны Kaplan D'Addario Medium Tension. Я очень ими доволен, потому что с первой секунды, когда я их натянул на инструмент, было ощущение того, что я могу вообще не прикасаться смычком, не особенно нажимая, и они выдают звук. И в обратную сторону тоже. Я могу нажимать сколько хочу, и они не будут скрипеть. Так что я очень доволен. Хочу сказать, что неожиданным открытием для меня были струны Kaplan. Очень долгое время я играл на очень хороших других именитых струнах. Но хочу сказать, что струны просто чудесные. Сила звука и масса других возможностей.